В Караганде будут производить панели нагрева для паровых котлов. Новый цех открыла казахстанско-корейская компания «Ис Инжиниринг», которая занимается строительно-монтажными работами и машиностроением. Как местные производители облегчат работу теплоэлектростанции, расскажет Марина Золотарева. На открытие нового производства прибыли представители теплоэлектростанций из разных регионов страны. Теперь в Караганде панели нагрева для парового котла могут сварить почти в 3 раза быстрее, чем раньше. Автоматизированное оборудование гарантирует не только скорость, но и качество. Весь процесс в автоматическом режиме идет. Это значит, что себестоимость изготовления поверхностей нагрева будет ниже, и заказы пойдут на это предприятие. В Карагандинской области много ТЭЦ, поэтому заказы пойдут, я думаю. В карагандинском филиале компании работают 100 человек. Предприятие оказывает комплекс производственно-технических, строительно-монтажных и сервисных услуг. В новом цехе будут трудиться 15 человек. Благодаря современному оборудованию производительность труда увеличится в 5 раз. В смену здесь намерены выпускать тонну продукции. Когда варишь, обычно это все ярко, нужна маска, глаза портятся. Здесь ничего этого не нужно, здесь все под флюсом. Пыли нет. Обучение вот прошли, гости из Южной Кореи приезжали, нас обучили. Стоимость проекта почти 400 миллионов тенге. Производственная мощность 150 тонн продукции в месяц. Однако пока цех загружен только на треть. При больших заказах работодатели планируют увеличить объемы производства и штат. Марина Золотарева, Василий Савкин, Аслан Демизбаев, Караганда, 24 KZ.